Химках прошла встреча любителей изобразительного искусства с художницей Светланой Рудягиной. Сначала теория, после практика – цветочный натюрморт. Жители узнали, как правильно работать с акварелью. Краску желательно капнуть толстой кисточкой, в каждую краску капнуть по капельке водички. За то время, пока вы рисуете, краска размякнет, разбухнет и станет послушной, поддатливой. В ходе встречи художница поделилась тонкостями работы с красками. Также жители узнали, как подготовить холст и расположить цветы на картине. У нас листочек делим вертикально, мысленно пополам. И горизонтально почти пополам. Как получится. И вот на этой мысленной горизонтальной линии, примерно, на одной трети и на второй трети, рисуем два кружочка. Власти городского округа регулярно проводят тематические встречи для жителей всех возрастов. Полная афиша на сайте администрации.